Меня зовут Даша, мне 11, я из города Москвы. Я принимаю участие в конкурсе Golden Time Talent и представляю команду «Арт Веранды Дети». Мы решили создать рисунки на тему «Сказочные герои в моей душе». Моя картина называется «Грогу». Почему именно Грогу? Я очень люблю этого персонажа из сериала «Мандалорец». Рядом с ним изображен знак мандалорцев, который характеризует мандалорца на этой картине. Он защищал Грогу на протяжении всего сериала, помогал ему. Здесь находится пламя. Как бы мандалорец защищает Грогу от разных бед, а Грогу спокойно пьет чай. Я очень хочу, чтобы моя картина передавала зрителю свойства Грогу чувствовать, когда нужно волноваться, а когда можно спокойно попить чай и отдохнуть. Я очень рада, что существует конкурс, где дети могут проявить себя. Я буду надеяться, что выиграю в этом конкурсе, и я представляю вам эту работу.